Берешь арту. Это что за звуки? Короче, я обосрался второй раз. Это Вархайп, по-моему. Я синдромовское деку взял вроде. Где миллиард вертушек? Да, я должен сделать камин-аут такой. Я первый раз в жизни играю в экономику. Я второй. А, значит, за главного. За главного. А что за экономика? Режим экономии. Короче, нельзя терять что-нибудь. Что такое? Что за экономика? Я что-то... Это я люблю. Где мы? Это как этот... Тактика, что ли, типа? Нет. Ну... Это хуже тактики. Ты зарабатываешь убийством юнитов, так, кому там звук надо выключить? Да. Ну, пизда, я буду самым богатый. Чички, а ты прикалываешься? Наркоман, что ли? Выключить звук. То есть кто это? Не будет, пока кого-нибудь не уничтожим, что ли? Не, очки идут. Все нормально. Стартовые. Не, да, они идут всегда как нормально. Но, короче, когда ты теряешь очки, они отнимаются у всей команды. Видишь, как... когда теряешь юнит, отнимается. Да. Видишь, сколько у нас очков? Вот чем больше ты выставляешь, у нас добавляется очков. Нихуя непонятно, но очень сейчас интересно. По 7 тысяч. Короче, надо меньше терять. У меня 800 очков. То есть не больше выбивать скорее, короче, а меньше терять. Будто... Логика такая. Артить как шлюхи. Да, нужно меньше терять очков. Надо больше артиллерии. Больше заказывать юнитов и меньше очков. Каждый раз, когда ты заказываешь юнит, добавляются очки. Ебать, наркоманская тема. Так, слушайте, ну я давайте ЦВ-шный танк свой на хотель поставлю все-таки. А то мне его все равно девать некуда. Поэтому выгодно покупать дорогие юниты, как бы, но невыгодно их терять. Чиф, ты можешь отправить свою ЦВ-шку куда-нибудь в другое место? Она у тебя какая? Да куда угодно, просто мой танк делать. Пацаны. Ну на базе даже оставить, или куда-нибудь в угол заныкать. У нас кроме арты нихуя нет, типа, что за хуйня? Не, я возьму, извините, и ПВО, и танки, и пойду направо. Но это не означает, что я один туда должен идти. Ну, нет, смотри, я выставляю юнит, и у меня очки теряются. Да. Уменьшаются. Ну, я пойду куда. Блять, я не успел, а что так быстро-то? Потому что мы много болтали. Поехали. Да что раньше было? По 3 минуты, блин, пердели. Вот надо меньше разговаривать. Зато, смотри, сразу вон Пино на все очки вызвался. Эринол на все очки вызвался. Монитор вышел, у него 0 очков. Так он сразу вылетел. Ну или сам вышел. Самолет слева много. Опять эти товарищи, блин. А там эти же? А это нет, Филипп, который с нами был. Не сбивает лонгбол. Вызовите авиацию. Вызвал. Что-то сгорело, товарищ. А то есть, а мы когда... Ой, сейчас все узнаешь. Чудейца. Ну я что-то взорвал. Мне очки не дали. Как это работает? Сколько... Их отняли, я же говорю. Сколько аллиаторов? А-а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 
Тут, короче, авиации чисто набивают. К нам это арталит добавил. Ну да, чё б ей не лететь. Она как-то странно летит. Сараф, твоя кшемка. Кшемка твоя, Сараф, чё она там делает? Чё, умирает? Одна единственная. Умирает? Ну, я просил меня прикрыть, но я затупил, ты затупил, в итоге все затупили. Теперь можно вызывать кошемку на отель. Она уехала за базу. Ну, просто моя уже тоже уехала в мир иной. У нас на Дельте никого опять нету. Отправим на отель кошемку. Так победим. О, я придумал, я отправлю на Чарли или на Дельту. На Дельте еще войска сначала отправить. Спикер, ты слева, да, будешь изучать? Ага, а доход, то есть, только из убитых, получается.
Да нет, доход типа идет так вроде. Что-то у нас нихуя он не идет, бля. Да ну нахуй. Опять арта по базе. Ну типа вертолет и самолет. Целый. Больше. Опять самолет. Уходит. Что это крузер 2025? Он прикольный, кстати. Кальт, разряжай квартал. Он теперь просто будут по базе, что ли, стрелять, да? Ну, пытается, конечно, нет. Базу либо высаживай, либо это вези на Чарли. Я везу, везу. Здесь куча ЗВУшек. А, они по вулкану стреляли. Самолет летит. Нужно им так, хоть у них очки быстрее идут. Еще самолет летит. Эвенджер же элитные стали. Нихуя томат! Два выстрела, два попадания. Вот это, блять, бог. Спикер, что здесь творится? Чиф, твою ЦВшку спалили. А ну, я видел. Там вроде как твои эти юниты шли. Какие мои юниты? Я же сказал, что я нихуя не успел, а в итоге я купил томат. Я же вижу, ты вызывал пехоту туда. Ну так они едут полчаса, вот они только подъезжают, блядь. А то они уже, враг там есть, а нас там еще нет. Ну, а что я могу сделать? Я же ничего не... Греби, греби, греби активный. Греби, бля, греби, бля. Нормально, потеряли. Я до сих пор не понимаю, в принципе, как у нас доход идет. Кого убьют, стоимость этого юнита возвращается тебе в баланс. Ага, ага. Понятно, понятно. Акула, 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 акула. Слева, справа. Не, нихуя. Это вот... Я убил самолет, типа мне же не добавилось 170 или сколько там, 100 очков, мне там мне даже вообще ничего не добавилось. Нет. Нет, я в начале вон на фокстроте сколько вынес, мне еще не дали. Блять, это выдранное, блядь. А можно вот эти жорик оечками сбить вертолет? Оечками не собью, я вот эвенджерами хотел сбить. Вот твердый. Я еду на твердого. Спикер, у тебя пехоту разбирают справа. Так она, она поврежденная, что я могу сделать? Высади ее перед смертью. Там они полумертвые так до этого были. Я ее спасал на БТР-ке. Повреждение ходовой, блять. Еще и жорик сейчас расстреляют. Блять. По твердому пускают Акамс. Не надо, не надо, у меня 2-5 2 штуки. Ты что же, ПВО какой-то? Убил. Нихуя ты, блядь. Нихуя ты богатый, бля. И тебе что-нибудь добавился, что ли? Знаешь, мне не до этого, я не смотрю. РСЗО он по базе или куда-то там. Ни хрена не добавляется. Ну это какая-то хуйня неправильная, блядь. Это неправильные пчелы. Возможно. Что-то у вас с консолью, ребят. Не по базе, они по МКАНам работают. Уничтожил две артиллерии. Два града. И очки не добавили. Где мои грады, блядь? Да не добавит вам очки, не добавит, успокойтесь. Не-не-не. Так неинтересно. Уходим. Да. Мне нужны чужие очки. Доход откуда берется или что? Потому что это... Да, блять, ебучая акула, сука. Твоё уничтожение по поинтам происходит. 102-й летит на дельту. Не упал. Попробуем добить. Упал. Ну, кто-нибудь справа вот это будет контролировать, нет? Ну, а чем, блять, на какие шиши-то, ёпта? То есть не будет. Все, понял тебя. Я причем просто... я вроде убиваю что-то, нихуя. Я потому что танками не могу пройти, меня в бок херачат по мне.
Иначе Артур тогда... убил, блядь, самолет сбил, нахуй, нихуя не добавляется. Как... Причем логика этого режима, блядь? На Альфе 34-ке стоят. Чачки, у тебя сейчас там и Т-72 МЛК идет, там дохера чего. О, там вилк стоит. Раздача. Справа, справа вертолёт. Да. Акула. Там была херня какая-то разведка. Я понимаю, что акула. У меня это стоит хуйня для того, чтобы ну, заметить эту акулу. Ладно, я куплю лонгбоу. У нас такая хуйня. Ага, и этот человек еще говорит, что я богатый. Ну, накопилось. Трай вазик. Да. 24В куча. Летит два чемодана в УАЗик. Самолет летят. Много. Вертолеты еще летят. Это же очки. Ну это все истребители. Нет, это не очки, это их очки, потеря их очков. Нет, ну, я и говорю, это наши очки. Мы их будем убивать и богатеть. Так там не дают очки за это. Ничего не знаю. Сказал, будем убивать, значит будем убивать. А вон это хрень какая-то такая. Ааа, блин, там БТР-40. По базе летит, атаканцы, спикер. Ну что я могу сделать, блядь, ебучие рандомщики? Да не ставьте, вы арту не заряжайте, блядь. Не заряжайте арту, нихуя ты, блядь. На базе не заряжайте. Макобес. Слышь, что говорит, арту не заряжай. Справа летят вэшки. Справа вэшки. Да, я поставил туда, едет туда одна ПВОшка на землю. Пусть и дальше летят. А пока-то там доедет, и там все уже пронесут. А где они КШМ поставили? Жорик, вашку двигай, вашку. Или садись. Вот здесь нет, по-любому. Лонгбоу сейчас улетит. Да не... В смысле там вэшки к нему подлетают? Ну так, а если войчками подвигать, Жорик, ну так чё, в чём проблема-то? Чё он сделает своей войчкой? А, ну ладно. У меня, короче, они... По базе да, сорян, там ещё и К-52. Опять арта по базе летит. Каны, всё. Она будет бесконечно лететь. Проститутка. Чё, мне нравится. Арта блядская проститутка. Да мы такие же. Чё ты жалуешься? Неправда, я не такой. Сейчас вот К-52 атакамцам собью. Яйки летят. Бобёр на центре карты. Кальтар, ты можешь лечить стингеров вот этих вот? Жорик, давай вот это вот дело юзать. Видишь, моя пехота вперед зашла, пока ей сопротивление не оказывают. Хотя бы свою пехоту туда отправь. У кого-то есть атакан заряжен? У меня единственный рейнджер разведка. У меня атакан, что ты хочешь. Кальтер, ну давай я побегаю там, если там ничего не обнаружу. Вот, ну, давай, типа этих пацанов. Кальтер, а те стингеры, блядь, единственные, что здесь держатся от вертов, блядь. Да, в капсе, да. Чтобы выиграть по очкам, нужно каждому набрать 3000 очков. Или убить все цевушки. А перестать заказываться? Блэк Хоки, раздач. Да. Ну они на самом деле заманивали вертолеты. Кальтер, заряди, блядь, стингеры, ебаный. Какие стингеры, блядь? Вот оборонять. Какие стингеры, ебна? Акула раздача. Они уехали, у меня под ним стоится. Есть. ВЭшки слева летят. Ой, справа. В общем, едет. Не надо там странные вещи. Встань там, да и все. РСЗО опять на базе, вон, направо. Вон там, да, вон катаются ТТшки. Как же он заебался своим РСЗО. Не стреляйте от базы, товарищи, пожалуйста. А это не ты стреляешь? Я отсюда, это метка где? Я не знаю, что я просто думал, что кто говорит про тебя-то? Что ты взял, что мы про тебя говорим? Что за это, мания величия или чего у тебя? Нет, я сказал не стреляйте от базы, я не говорил от БК. Ложусь на стропа. Я говорил, двигай каны, положи, по ним летит.
нашими. Блин, а голову в кого-то попало, офигеть. Ну, они вроде там в кустах сидят, я посмотрю. Ну, я по ним тоже покидаю. Вот здесь разведка стоит. Да? Ого, хуя себе. Строп подъезжает. Че попробовал? Лонгбол. Миссия невыполнима. А, нет, ты его убьешь. Зашибись. Беги, я спасу тебя! Спикер можно без всего этого? Ну ладно, сорян. В общем, не знаю, по-моему, не выехал. Вот ты звонок, конечно, блин. Истребитель направо. Пацана спас. Причем циферки не капают, как при уничтожении. Да. Ну, ёки какие молодцы. Один только уже жопу получил. Не всплывают. Угу. Не всплывают. ЗРК огром с точностью 30%. Да, конечно, очень страшно. А почему те циферки, где было 30 тысяч, теперь 26? Это сколько осталось? Потому что мы выбираем из этой массы. И они, и мы. А чё, можно сразу мне все это, очки? Типа, сколько максимально? Ай, смотри, это сколько максимально ты можешь набить? Истребитель справа. Не сможешь больше, чем 26 тысяч. То есть выбиваем очки. Ёб твою мать. Ты выбиваешь цену полностью этих самолетов. Ну, не самолетов, в смысле, с юнитов. Прикольная тема. Не, режим интересный, на него обычно никто не идет. Есть. Я вот почему говорю, что не играл? Не потому, что я такой гордый. По вилке работаю. Тупо не мог никогда найти. Они сейчас Абрам заберут. Его с тэрами. Вот эти вот вертушки убирайте, пожалуйста, раздачу. Может, они на самом деле это замануха же. Ага. Стрелы. А на кого? На стингера. Просто я смотрю, что там вышки ездят. Не тратьте столько очков. Не падайте меньше сотни хотя бы, пожалуйста. Что это значит, не падайте меньше сотни? Ну, чтобы меньше 100 очков у вас никогда не, ну, не было. У меня постоянно... А как я узнаю, что у меня меньше или меньше очков? Ну, у тебя слева вверху значок. Вверху. А в чем смысл? Ну, у кого больше очков, нельзя терять юнит. А у кого больше очков, тот и выиграл? Да. Да. Короче, копить надо, и все. Да, нужно копить. Ясно. Сворачиваешь игру и все, и ждешь конца. Жорик, заныкай, пожалуйста, просто... ЦВХи. Тоже тактика выбираешь? Что делать ЦВХи? Ну, заныкай, они шлятся. Патриоты, чьи патриоты? Да я не достаю. Они выключены? А, включены. Да, я не достаю, поэтому они выключены. Логично же, потому не достает. Че ЦВХ, это кто просил? Может, я не проверял? Сбили все-таки. Кальтер, вези тушенку, пожалуйста. Чип, давай я туда снабжухи поставлю для нас. Давай. Я смотрю, и тебе она не помешает, и мне. Засовывай. Истребитель направо. Бобер направо. Я на него. Не достаю. Что-то контрят. Пытается. А у вас на да там целый лес. Есть, если вот в этом лесу то этот здесь целый лес войск. Я не знаю, где конкретно, но они там мне целых две этих забрали. Два стингера забрали, сволочь. Радар летит. Хотя радарник справа, да. Полетел, не полетел. Команда танк. О, командный танк. Прикольно. Сейчас я нацелюсь на него, нормально. В жопку ты попал ему. Все, сбили, да? Нет, просто в жопку МГС попал. Блин, МГС. А у нас есть ствол на арта? Да. Есть, что хочешь. Просто, ну вот эту пехоту справа поносите, занять все-таки этот сектор до конца. По команде, самолеты, да? ПУшки да, на центре. Замануха. Стопудово. Вот в этом леску, я уже уверен, есть дальнобойное ПВО. Только на командный танк не вылетайте, такое еще. Я уже выстрелил из него. А что, я один на ПУшке иду, да? О, как клево.
Где ПУшки? Да вон ПУшки в небе. А, ПУшки, я думал, БУ, послушай. Шесть ракет попала одна. Одна упала? Нет. Я же говорю, попала одна ракета. Саламандр с собакой. Кальтер. А чё, да, нет ПВО, да, что ли, давай. За берегом? Не понял, куда Саламандр делся. А, разведка, это... Джон. Налево арта. Подымите еще, задымите эту фигню. Чё за пипец? Так мы наступаем или не наступаем? Сарсы что-то пошли в одну сторону, потом развернулись. Так там и АГС, и как там наступать? Как? Я там у тебя поддерживать поехал. Танки пришли, я пехоту отправил в город. Там надо дымить. Вот так вот примерно, как я их разбираю. Устно говорите, ну, что вы там планируете еще делать? Ёбаные кривые ктуры, блин. Вот так вот это делается, учись, солдат. Давай, давай, учи. Сарсы, вам в другую сторону. Уничтожил арту. Я в 24, блядь. Справа вышки идут. Жорик, блядь. Я съебываюсь. Жорик, убивай стрелять. О. Но они без футуров. Куча самолетов полетела. Куча. Скажи ты. А вот серия вылетела, вот серию надо бы сбить. Лечу сбивать серию. Она ушла. Лечу сбивать вертолеты. Кстати, попал по серии. Бедная вышка потерялась. Блин, самолетик потерялся. Видел, откуда ПВО. А что, сбили самолет? Да, мой самолет сбили. Ну там, может, с вертолетов стреляли. Не, с вертолетов промазали. Вот здесь там вот в городе. Я знаю, там гром. Там одна единица грома с точностью 35. Чувак, хорошо, что по нам артой не херачат. Самолеты еще куча истребителей. Справа. Да ну их нахер. Летать еще над ними. Уничтожил какую-то ПВОшку в том лесу. Прям с ЛСП стреляют своей артой. Да как мы? Угу. О, у него уничтожили. Брать два патриота. А, стоят. А у нас есть справа два патриота. Ты когда ты вызываешь юниты, у тебя становится меньше очков в этой правой химии. Да. Так, постепенно мы доходим до этой мысли. А, ну я могу так копить сдачу дохуя, я могу ничего не вызывать просто и все. Ну я говорю, сворачиваешься и все. А воевать ты будешь пустотой. Да просто лонгбоуми всякими томатами, да и этими атакамсами выстреливаешь, да и все. А то, что мы 2700, это нам в плюс мы набили или наоборот? Это мы не набили. Это сколько чума всего у нас очков? Что? Нам надо 24 тысячи набить так? Мы навызывались на 2700? Они навызывали, сколько у нас очков есть, сколько мы всей командой накопили очков. А, ну так можно вызваться тогда? Ну как бы да. Нет. Просто вот их станет меньше. По 46 очков, да, то есть там у меня 442 очка. А вот просто когда, да, эти очки, это давят. Когда их много, это побить хорошо конкурс, или пожалуйста. А, это сколько сейчас в запасе есть, понятно. Да, это экономика, потому и называется экономика. Да. Экономика. Которая должна быть экономика. Да, 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 да. БРДМ там. При этом выстреливаешь чужие. Вам справа ПВО нужно против вертолета? Говно, конкурс. Мы стингеры хотя попадали. Ну типа, чтобы выиграть, набрать 24 тысячи, это дофига на самом деле. Ну я думал, что тут будет, вот сколько ты уничтожил юнит, тебе это в плюс пошло, я поэтому не стал, ну, конечно, менять. Опять истребители вылетели. Это уничтожение называется. Ну я знаю, но я думал, что тут такой же принцип тоже действует. Плюс еще вот эта надстройка, теперь будут знать. Сажусь на него. Лучше на миг засведись, на танке. Ладно, у меня столько очков, куплю паладина, хуй, блядь. Так экономи. Нахрена он тебе, если мы экономим? Так в смысле, тут столько целей, убивать их? А, но ты будешь его еще и применять, правда, что ли? Ну, да. Не, он будет в ангаре стоять.
Но обычно у нас это так. Будет его мыть постоянно. Каждый день. Ну, да, ну, на этом. Колеса гуталином намазывать. Буду стволом прочищать, так сказать. Или права. Че, прям так сразу? У меня проблемы здесь. Истребителей много вылетит. А здесь-то где? А, они просто они мотаются, вылетают, как говно. Они заманивают. Да, пусть и дальше летают. Вот для этого нужен паладин, да. Ладно, купим. Патриот. Он достает, да? Достает. 141-й пал. Шикарно. Ёбаный стыд. А вот они и применили все-таки. Сейчас машинки не подводи, пехота подойдет за свет. Да, я ее не подвожу, я мотаюсь на границе. Другое дело, что мне бы ее подсветить непосредственно боем пехоты. Ну, кого подсветить? Кого ты хочешь подсветить? Бобер. 102-й. Я не достаю. Ну, вот джавелины забрали, пидарас. Там хавки где-то есть. 102-й, ребят, сбивайте изо всех сил, блядь. Кальтер, хавка, да. Все. По-моему, закончился. Трав, включи еды на своих вертолетах. Да, на чего включено? А, сорян. Чиф, я случайно пару выстрелов сделал отсюда, вряд ли их спалили, но продвинься. Совершенно случайно. Ну, я подумал, что они уже ехали. Артой, постреляйте по этим городам, вот те с паладинами, не с паладинами. Видите, наша пехота опять что на штурм. Сейчас я отъеду, чтобы еще раз адрес понял. Да там уже пехота умрет. Но он не может дойти. Ладно. Если АГС снять, будет еще более-менее. Надо с танками, блядь. Вон, UPR вот эти вот загасит. Командос вообще не дает туда идти. Погодите, я лечу АГС на сюда. Сейчас что-нибудь придумаем. Мы вроде синхрон действуем. Вот опять только-только мои танки сейчас заправились, готовы подойти, и пехота умерла. Сейчас они подойдут, нет вот пехоты, надо пехоту ждать. Сейчас мои два пехотинца едут на верную смерть. Бабе, это похер. Бля, зависит. Патриоты. Далеко слишком, что-то. Да, далеко. Ну, я думал, они сейчас подлетят, просто говорю, что самолет летал. А дыни стоит, это не светится. Жорик аккуратнее, сто, он явно будет заметен врагу. Он там все время стоит, он уже там кучу танков убил. А там что, еще и танки были? Впереди были. Блядь, что-то, ребят, тяжело. А, все, едете. Ну, тяжело, я тут, согласен. Я подъехал, подсветите мне. Рейнджерами там или силсами. Сейчас мои пехотинцы вон едут. Ну, а тут еще 4 юнита. Нева, работаю по Неве. Атакам сам отправлю. Да. Давай. Подсвечу еще. Чтобы наверняка быть. Поехали. Так, АГС вперед. АГС вперед. Мои танки тоже вперед. И пехота пускай. Поехали. О, КШМ-ка поехали. Блять, патриотцам 27. Я хотел приманить. По Т-72 МиГ слева стреляю. Стреляю по КШМ-ке. А я добавлю. Патриоты, правее, пожалуйста, подвиньте. Правее. Блядь, ну кто же меня накрыл своей ртой-то, ёб... Шериф, подвинь еще раз. Мы стояли рядом. Да. Нет, я говорю, атакамс. Да подвинь. Вот это я понимаю. Стингера уёшь. Чисто по-дружески. Хавка, сейчас бензин кончится. Да, ну что поделать. Пацаны там охуевают. Ну как так, говорит, мы не можем ничего взять. Атакуем, а у пацанов 3000 практически очков. Они не понимают просто, почему вообще, в принципе, так, как и мы. Ну, в смысле, лететь. Сбиваю его. Смотри, стингеры. Блядь, просто 3 стингера. Пехоту, если накинете направо, да, будет хорошо. Это вообще мощные эти стингеры. Так они прокачались. Второй. Алистовки. Да.
Они здесь сначала катки сидят. Блин, 600 очков уже набрал. Так жалко вертолет покупать. Не дают здесь призы. Большой слишком просто. Ох уж эти гранатометчики, блин. Да, они там удачно засели. Да ладно, не убиваются. РСЗО куда-то на базу или около того. Нет. Кальтер, ты только тушенку возьми. Молитва светится тоже, я так услышал. Справа идет массовое наступление. Слева наступает. Шалом. Справа, шалом. Наверное, все-таки. Че сейчас за болитки такие? Что-то новое, что ли? Корейская? Не, польская. Серия летит. Ой, я вижу. Нет. О, нет, о, нет, только не моя кошелька. Не надо. Лиз. Летит. Все, справа, который был, ушел. Видать, джалы кончились. Ну, такие рашит вообще тупо спамкаешь. Так, а что там, противорадар был, да? Путин слиплись в 8 минут. Я возьму атаку, чем не знаю. Давно пора. Кальтер, тушеночку, милый. Спикер, да. Вот оцени вот мой поступок. О, здесь стрелы сидят. Ну да, о, да, Олег, молодец. Благодарствую. У меня только чинуки, блядь, я не прилечу им просто. А кто там по мне лупит? В каком месте? А, через огонь. По неве стреляю. Ой, нет, прачка, нифига себе, она с одной ракеты убила. Где-то я стреляю по прачке. По неве стреляю. Маритки забрал. А радары проверили мы? Справа есть в этом лесу, нету? Боже, это фигня с одного выстрела была. Не контрбатарея по вертолетам снабжения. Ах ты ублюдок, мать твою. Еще не попал толком. Смотри для атакамса. Атакамс, смотри в эту сторону. Так, перезаряжаюсь. Я стреляю. Невы едут на хотел. Невы едут на хотел. Вышки улетают. Невы едут обратно. Жорик, свали, пожалуйста, отсюда, а то тебя пристрелят. Откуда отсюда? Отметки на базе. По невам я стреляю. Там атакамсы прям с этой точки херачат. Да, они встают. Да, уже. А, у меня кобра здесь просто кушала, сейчас я улетаю. Ну да, я и говорю, она покушала, ее можно убивать. В смысле, ее можно убирать. А вы поэтому по командирскому 72 стрельнул кто-нибудь? Метал сейчас на 10 секунд назад. Я туда еду этим Шериданом. Пометки антиэры, безрадарные эти хери югославские, так что можно попробовать. Адац через атаку ЦВ. ЦФГ. Мишку как будет ствовать. Вот же вели, давай. Работаю по кубу.
успею, да, успею. Че, Паралька, Джоан, мне, ты мне нужен как никогда. Или Адац. Кто-нибудь из вас. Он, наверное, вообще там бессмертный. В стиле ракеты ноль в цель, блин. Ага. Пилот обосрался. Как так? Что за говно? Пока 52 стреляю, который справа. Не, прикольный режим, слушайте, а мне он нравится даже. Не, он очень да то, что ты извращенец. Ну это да. Ну, естественно, бы, ставить надо не 30 тысяч, а там 1000-2-3 максимум. Нет, побольше. Ну не знаю. Десяточку, я думаю. Ну не знаю, вот как сейчас мы играем, видите же, да? Тут ПЗРК, походу, по моей метке. Она хороший пехот. Ну конечно. А вот и куб был. Чиф, может патриот подтягивает повыше. Ага. Куб снял? Да, да. Там все. В кустах жало сидело. Этого не стоило. А сижу как пусть. Вот и самолеты. Прачек снова жуть. Он опять съезжает, убегает от нас. Мегамант. Т-55. Ну что, надо... Куда полетели, блядь? Отсюда стреляет РСЗО из кустов. Чего на дельте? Будем наступать? Вернее, не будем, но я... Кидаю по метке. Что там уже выбить их осталось? А условия победы, у кого больше очков, тот и выиграл. Вот справа, да? Правильно я понимаю? Мне, да. Мне кажется, когда первое число догонит второе, то... Не-не-не, кто знает. Ну понятно, но сейчас мы явно не догоним. Просто нам сейчас наступать, типа, выносить ЦВшки или наоборот сидеть и не ныкаться? Скопикус, ты у нас эксперт. Ну мы ни то, ни другое не успеем. Там и то выгонят. То есть выгонят. Не, нам сейчас... Вот то, что мы сейчас выигрываем или мы проигрываем? Да, мы сейчас выигрываем. То есть у нас очков больше, мы молодцы. Да. Уничтожил по метке. Что-то больше MG2-2. Здесь тогда какой смысл зоны действовать? Тебе а себе очки будут капать, тебе быстрее очки. Быстрее очки. Ты вызывать-то все равно должен юнит, чтобы ими воевать. Вот здесь вот 4 отряда пехоты, если что, имейте в виду. Они засветили. Да, они уже бегут в панике. О, як сбиваем. Здесь разведка нужна. Там и АГС-то светится. Я съебываюсь, чтобы не забомбили. Ага. А теперь приближаюсь, наоборот. Там с тропинами подсвети еще. Вот сюда, если арта постреляет, по пехоте, по легкой броне, то будет хорошо. Там 5 отрядов пехоты должно быть, минимум. Парни, конечно, не сильно сообразительные. Наша школа. Снова Путин на Ниве. Полетел на них. Патриот работает. Попал хоть, нет? Нет. Минометы работают по городу на хотель. На снабжухе ЦПГ. Какой снабжухе? Справа. Да.
Ребят, снабжухи, они светят ее. Да, у нас вот здесь вот никакой разведки еще нету. Что-то с того города далековато видеть ее. Может, надо рейнджеров подвинуть, Бузин. И по кустам. Ну, по кустам-то понятно, ладно. Или куда они? А чё это? А, патриоты? Это не патриоты. Не, ну стреляли они по патриотам, видели? Нет, их там не было ни разу. Тогда включай их и давай херачить по Путинам. Это что за счастливые самолеты такие? Улетел. Выпустил, блядь. 6 ракет в Путина. Не, один-то упал. Один-то упал. Второй. Второй-то нет. Ну, блин, чё ж ты хотел? Хотел, чтобы он упал. А, понятно. Чё, пора, там... чё? Чё, какая-то херня летит. Да. После выстрела на деле. Это по пехоте. Посмотри, ну что такое вообще? Или он просто слил его, чтобы слот остался? Пошли по этой пехоте, расхерачим ее танками. Стреляю. Танк Гриппин, Гриппин справа, Гриппин, чучхе. Бук по метке. Да, моя тоже. Все арта летит на карте. Все арта... А, это еще и разведка, обалдеть. Е-117 сбрасываю. Вот здесь минометы на фокстроте справа. Не стреляйте, пожалуйста, артой, мы туда заходим пехотой. Мы, господин Серов. Там, по-моему, Найтхок чей-то летит туда еще. Так, ладно, я понял, я потом подойду. Я на арту сбрасываюсь, я более вкусный. Ты не боишься? Там где-то небо было? Я не боюсь, потому что их нет вообще. Две небы были. Они умерли, не вы. Да. А вон они стоят. Переезжает. Ну что да, за негостеприимство, а? Со всей душой к ним. С гранатометом. А ты взял каравай? Кальтер, может быть ты мрав пересадишь назад чуть-чуть? А я дельтфорсом впервые. Ты сейчас можешь грести здесь. Да ладно. Чего можно поближе к фокстроту? Грести, да ладно. Ну смотри. Я просто из-за тебя не могу стрелять. Из-за спины из-за того. По-мужски. Ха! Там ми... Я там мравами отгреб. По минометам отправить. Чучхе, дорогой, можешь тебя попросить? А вот теперь тащи туда свою дельту. Можешь, продать. Пожалуйста, вот этого сканию отправить и танк не М8 починить. Конечно, ну, может, но что он так и с этого получит. И пехоту тоже починить. Нарушители. Просто починку, ничего другого. А, сушка 25 на центре. Ты что, ушки? Вот сюда стреляю, так обсуждаю. Да, я на него уже вылетел. Вылетел, а толк. Но это замануха по-любому. Кстати, минометы грохнули действительно. 3 или 4. 4 штуки, по-моему. О, класс. Прилетайте еще. РСЗО по базе, по правой. Спасибо большое. Радарки летят. Л-19, здесь же стингеры. Ты чё, он их сливает, что ли? Ну, похоже. Может, он хочет заказать что-то подороже? Ну, я говорю, может, слоты освобождают, и ему же юниты достаются. Кто вышел?
Правда, я не знаю, когда денег нету. Ну, они стоят 160. Но ему, может, нужны истребители, например. Машинку а у него вот все противорадары. Можете с едой привезти? А то бензин кончился. Да, едут. Да, едут. Я даже сказал бы, летит. Едет. Не летит. А я все равно полечу. Ну ладно, лети. Спасибо, чучхе, большое. Для этой деки, короче, нужны такие дешевые, перемешка дешевых и дорогих юнитов. Угу. Для любой игры нужны. И как минимум, мне в этой деке нужны наземные эти. Нужно как можно Женя. Больше разведывательных юнитов хороших. Таких. Там хороших. То есть моторизованные дивизии нужны. Саламандр кидаю. Дешевые, я уже кидаю дешевые, по саламандре. Так, но снабжение дешевое нужно. Кто успел, тут не съел. Самолет справа. Путин. Блять, наверное. Ну, Найтхок пути. Да, кстати, Найтхоку сейчас достанется. Без... Досталось? Прям как в Югославии. Не, в Югославии сбили. Ну, я и говорю... А, не, один же там это, подранили конкретно, а другой сбили. Ну, так или иначе, лоханулись, как бы. Радаров, конечно, невидимый против радаров, а вот против этой, как она называется у них? Ну, ИК, оптика. Не, там же в чем была ошибка еще? Они настолько раздолбайски относились, что летали по одному и тому же маршруту 2-3 раза. По МиГ-35 стреляю. Я уже кинул ракету, да. А ртовси еще летит? Куда? Ну там помечено летит рта. Да, тут он кидает. Ой, там танк. Был. Ну, что у нас? А, там 3 человека. Все, кончились у нас красные. Двух кидаю. Нет, это не надо, я в него еду. Ладно. Нельзя. Два куба. Оба мои. Нет, не уезжай, не уезжай. Спасибо. Все, я домой. И вышки. 25-ка в небе. Перехватываю. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, я тоже вылетаю. Можно вылетать всеми силами. ПЗРК, покажи свою силу. Силу? О, да ладно, ПЗРК, кстати, я сбил, элитная ПЗРК. Да-да, теперь ПЗРК. Между прочим, я попал до этого. Не, я понимаю, но засчитывается тому, кто добил же, а она добила. В итоге ПЗРК сбила 25-ку. Прям как в Афгане. Чего? Е. Бой. По вышке стреляю. Я стреляю. Струляй. Струляй ты. Слушаем. Где моя большая курка? Не, только не тур. Я
Рецами хотел убить? Да, реками. Ну ладно. А тут такой тол. Да, как там спикер говорил? Или что-то типа того. Ладно, пойдем дальше. Ух ты. Ух ты! Вы поняли, да? Все сорвались, да, да. Все стреляли. Это мое, да. Ну чё? Кто-то уже стреляет? Да, я думаю, все стреляют. Все стреляют. Я нет. Оп-оп. Ну блин, ну кот, свали, пожалуйста. Там танк стоял в кустах. О, кошемка. Моё. Ого, с козырей пошли. Ой, как ты меня убили? АГС-ку. Там танк стоит. Кошемный танк сейчас стреляет. А где он? Метку поставьте. Сюда луплю. Он туда уже летит. Ну еще он так. За что мою пехоту? Даже не пехоту. Я же добрый. Это ЦВХ была, да? Да. Вероятно. Сейчас это нашу ЦВХ туда засуну. У меня как раз... 38 секунд. А, тогда, наверное, не засуну. У нас 30 секунд до конца боя осталось, да? Да. Да. Один, по-моему, вообще не играет. Быстро пройдем бой. Ну, не знаю, я бы не сказал. Я предлагаю еще раз сыграть вот режим. Может, только потому что мы выиграли, поставить мне циферки. Просто они просто не знали, как играть. Да, поставить как-то у тебя там тысяч пять, тысяч десять. Ну, как в прошлой игре. 2 секунды. Кто у нас артиллерист был? Давайте вычислять. Спикер. По-любому спикер. Спикер и чиф. Чё ты взял? Нет, не знаю, у кого больше всего. Я были патриоты и самолеты. А, и артиллерия. Да, точно. И куча патриоты. Ну, патриотах, наверное, да. А чё потерял? У леопарда вообще... Хорошо. Господи. Леопард убил, наверное, половину Красной Армии. Меня выкинуло.